я не знаю, что это, но что-то связанное с моим днем рождения. Вам 43, извините, конечно, что исполнилось. Да, кризис среднего возраста уже миновал, и пережили, или он вас как-то обошел? Вообще, вам, может быть, это кризис среднего возраста, может, он далеко? Я не знаю, что это такое, я это сам... Мне, конечно, есть шутка у нас, я не знаю, чья она очень забавно звучит. Немножко, может быть, пошловато, но, в общем, кризис среднего возраста для мужчин – это когда геморрой и простатит уже есть, а лексуса еще нет. Вот. У меня, слава богу, пока нет двух первых, да, ну и, а машина есть, может быть, конечно, не Lexus, но она меня устраивает. То есть, наверное, ну, я, кризис наступает тогда, когда ты в себе недоволен собой. Я думаю, я с собой сегодня доволен, тьфу-тьфу-тьфу, я развиваюсь, я расту, поэтому, ну, мне мой возраст сегодня нравится, он меня устраивает, потому что он, ну, мы же себя все равно воспринимаем в любом возрасте как один и тот же человек. То есть, будь мой ребенок, будь мой старичок, но нам все равно кажется, что мы такие же, как и были. Так что о том, наступил у нас кризис или нет, надо людям со стороны судить. Я пока собой доволен, мне нравится, что я запускаю проект новый. Мне нравится, что у меня есть еще идеи для новых проектов, у меня есть возможность их реализовывать, поэтому я в творческом плане я счастлив, дома у меня тьфу-тьфу, все хорошо, поэтому может быть, конечно, все в целом лучше, но винить себя в том, что я вот сегодня какой-то неудаха, неумеха, я, у меня нет оснований. Особо, наверное, некогда думать об этом, наверное, куча работы. Особо некогда думать об этом. Не, ну, думать, не, ну, когда, ну, когда работа не приносит удовольствия, наверное, находишь время, чтобы подумать о том, какой я несчастный. Но когда ты на работе занят, и тебе нравится то, что ты делаешь, зачем нагонять на себя лишнюю тоску? Да, тут вопрос. После армии вам приходилось поработать опером в милиции. Угу. Как вам реформа украинской полиции? Как вы описали нашу сегодняшнюю полицию в трех словах? Или там мало трех слов? Я не знаю, ну я на самом деле работу полиции характеризует всего один факт. Не надо там словами кем-то красивым это все описывать. Растет уровень преступности или понижается? Насколько я знаю, растет. Значит, хуже, чем раньше. Вот и все. Ну, я как-то я так понимаю это все. Ну а как еще оценивать? Да? Вот ты съел таблетку, да, тебе лучше стало или хуже? Мне стало хуже, значит, оно не работает. У меня такое, ну, можно там говорить, что куча всяких факторов, которые происходят в стране, на это все влияют. В Израиле тоже вечно происходит война, но у них как-то на улицах полиция работает. Не знаю, у нас то ли ее мало, то ли она занята чем-то другим, то ли ее завалили какой-то работой, которую она не должна делать. Я не знаю, что происходит, потому что я, ну, я общаюсь с людьми, которые там работают, я, ну, я понимаю специфику этой работы. Они продолжают пахать с утра до ночи, продолжают их заваливать бумагами, работами, оперативными и прочими мероприятиями. Они постоянно что-то делают, результат где он? А вот вы реально работали опером, задерживали преступников там? Не, я по экономическим преступлениям, у нас преступники все сами приходили, улыбались, все с высшим образованием. То есть юмор пригодился и там, наверняка, там без него вообще. Я на самом деле, ну, то, что я там два года продержался, это, конечно, не знаю, каждый день я через себя перепрыгивал и пересиливал, потому что это настолько не мое, что... С другой стороны, я понял важность этой работы, именно если брать работу. У нас просто часть милиции занимается своими делами, а часть работает за себя и за того парня, как и везде. И вот на этих вот людях-энтузиастах, каких-то сумасшедших, я не знаю, как их правильно назвать, это реально вот они как-то от природы что ли такие. Это вот те, кого пытались в улицах разбитых фонарей показать нам. Есть такие люди, если бы их не было в милиции, было бы все совсем очень плохо. Но их процент, к сожалению, падает постоянно. Да, и все больше приходит тех, кто приходит, надеюсь, не работать, а зарабатывать. Ладно, это все так. Следующий вопрос на сайт приходил от Ирины. Есть ли для вас какие-то запретные темы в юморе, или все-таки можно шутить и нужно шутить обо всем? Что для вас табу в юморе? Ну, я уже эту теорию продвигаю достаточно давно, уже где-то около 2 лет. Я два года назад у меня был концерт обо всем. Здесь в Киеве делал, он так и назывался, обо всем. И вот самое главное смысл был в том, что не должно быть запретных тем для юмора. Вопрос в том, какую цель ты преследуешь, о том, когда шутишь на ту или иную тему. Вот только в этом вопрос. То есть, и одна из программ в этом цикле будет о религии, например.
о моем отношении к тому, что сейчас происходит в этой сфере. И опять же, я в своей программе не пытаюсь всех сказать, что давайте соглашайтесь со мной, это так. Да, я вызываю на диалог. Я считаю вот так. Согласны? Молодцы. Не согласны, тем более молодцы. В этом суть этой программы. Я не навязываю свое мнение, я не говорю, что вот так надо, а так нельзя. Я просто пытаюсь сопоставить некоторые вещи и начать анализировать информацию, и все. Не воспринимать все как есть, а пытаться, ну, задавать себе вопрос, зачем мне это говорят. Зачем это сделано так? Вот какую цель преследуют, когда мне по телевизору об этом говорят? Зачем это написали в этой книге? Ну, когда начинаешь чуть глубже думать, оно только сразу интересного вылезает. Ну, у вас же есть самоцензура наверняка, да? Ну, конечно, но без самоцензуры. У меня, причем, она, как мне говорят мои коллеги, она даже жестче, чем стоило бы, потому что я перестраховываюсь, вот сейчас даже особенно, опять возвращаюсь к женскому кварталу, да, говоря о том, что, ну, там, говорю, пацаны, ну, нельзя, чтобы такую шутку девчонки говорили. Собираемся с девчонками, читаю, они говорят, нормально. Ну, это что здесь, да. Их это не обижает. Да, то есть я иногда перестраховываюсь даже в плане оценки юмора. Но, с другой стороны, это тоже стиль определенный. А вы перестраховываетесь, это всегда у вас такое было? Или это может быть после каких-то там последних скандалов, в том числе травм, с кварталом? Травм головы, да, или что-то. Что-что? Травм, может быть, да. Психологически. Нет, я это самое. Мне как-то, вот мой внутренний редактор, он как-то изначально вот такой достаточно капризный. Мне даже дело не в том, что вот давайте не будем это говорить, потому что сейчас приедет политическая сила и начнет нам что-то там высказывать. Я просто говорю, в этой шутке мы высмеиваем не работу данного человека, да, а его какую-то физиологию или там семью или что-то еще. Я говорю, ну это же, ну, это не так, ну не надо так делать, да. Ну, давайте, ну и вот как-то получается так, что иногда, как по мне, да, по мне обидели, а иногда вроде ничего, иногда действительно обидели. А иногда обидели такого человека, что в принципе и не жалко. Знаете, у журналистов есть такое выражение, ради красного словца я готов продать отца. То есть у вас такого нет. Нет, ну я... Вот классно, вот оно, ты понимаешь, что это может кого-то... Нет, я могу сказать, что конкретно по Good Night Show я очень много шуток, которые появлялись, я их убирал хороших, ну, смешных, да, я их убирал, потому что они противоречили моему... Вот, моей точке зрения. Это же ваши шутки. Да, это мои шутки, они смешные, они могут потом где-то от какого-то образа, в какой-то ситуации, они смешные, они все хорошо, но здесь вот ради того, чтобы вот здесь пошутить, я не стал искажать правду, ту, которую я хотел сказать, а ту, которая была. То есть, да, там же есть у меня история, например, там биографические какие-то, знаешь, есть кусочки про ту же самую армию у меня есть. Mm-hmm. Ну вот все, что там сказано, да, я где-то, может быть, приукрасил, там, преувеличил или что-то еще, но... Все эти события действительно происходили, я не стал добавлять туда чего-то выдуманного или вымышленного ради того, чтобы это было смешнее. Но не хочу я обманывать, вот не хочу обманывать людей, потому что когда ты начинаешь говорить правду с людьми, когда ты сам собой являешься, только тогда ты имеешь право на такую же реакцию из зала. Тем более жанр такой, если я задаю его, что это мои мысли, они должны быть моими. В таком можно выйти там, да, как вот, я не знаю, в кривом зеркале, там, Петросян выходит человек, и он, я в образе, там, не знаю, повара, и у меня монолог повара, да, да что угодно там говори, какая разница, что там говоришь, да, но если ты выходишь, как Валера Житков на сцену, да, то ты должен нести ответственность за то, что ты говоришь, как Валера Житков. Ну, я так это все вижу для себя. Либо переодевайся в повара и неси все, что там написал, тогда такой, есть еще выход из ситуации. Ну, может быть, дойдем и до этого, пока сам. Спрашивают, и что делать, если шутка не заходит к публике? Такое у вас часто бывает? Делать что-то? Выводы. Все. То есть вы убираете потом эту шутку, если она раз не зашла, второй раз не зашла, третий раз? Да, если не, ну, есть какие-то варианты. Когда написалась, она казалась какой-то причине смешной. Да? Ну, раз я запечатал, раз я записал. Вышел в зал, не получилось. В следующий раз переформулировал, попробовал усилить. Да? Ну, там в каждой шутке есть же свои, я не буду, это конструкция. Да, есть какие-то усиляющие, есть второстепенные вещи, есть основные, есть какая-то. Ты здесь добавляешь чуть-чуть гротеска там или чего-то. Не зашла. Может быть, она слишком очевидная, может быть, надо спрятать. Ну, пробуешь разные варианты, если все они не сработают. Понятное дело, что она уходит и освобождает место чему-то более, ну, понятному. Но это важно.
очень, на самом деле, то, что когда зал не смеется, то есть надо из этого делать выводы. Просто есть артисты, которые делают вывод, что зал тупой, это вообще не тот вывод, который надо делать. Надо искать проблему в себе, в том, что ты сделал не так, что в этот момент отвлекло. Может быть, на экране сзади что-то появилось, может быть, что-то еще. Ну, надо искать это, вот эти причины, по которым может не получиться. И на самом деле столько было сделано уже всего. В разных формах, в разных, то, конечно, количество. Если происходит ошибка, ее причину достаточно быстро понимаешь. То, что нет такого, магия, да, и все, я не знаю, что делать. Вот не зашло, да, все, ошибся вот здесь, как правило, угадываешь. То есть тут некий опыт, некая механика все-таки есть, да, ну, работы над. Да, но опять же надо понимать, кому ты это говоришь, потому что у меня. Здесь в Киеве в ночном клубе был монолог о том, какой там про автомобиль Таврия, да, и все хохотали, сидели о том, что вот он такой весь несграбный и все такое. Вот, но когда мы приехали с каким-то концертом и в каком-то большом селе был, ну, типа день их, там, поселка или как это называется, на площади мы выступали, я вышел с этим монологом, я где-то уже на третьей шутке я понял, что это очень плохо здесь звучит, потому что действительно, да, при том уровне жизни, который сегодня у нас процветает в селе, даже такой автомобиль, это очень хорошо. И поэтому для них мои все вопли в адрес качества этой машины, они были непонятны, и они были даже наоборот, они вызывали больше раздражения, чем смех. Естественно, ну, это не задумываясь как-то вышел, все, из этого надо делать правильный вывод. Ты должен понимать, кому ты это говоришь. И все мы по-разному живем, нас всех интересуют разные вещи. И, ну, это все эволюция, да, это надо с помощью шишек, ударов, каких-то собственных ошибок, это все надо понимать. Не знаю, у нас тем более нет никакого понятного института по воспитанию юмористов, он так и не образовался, и не только у нас, а вообще в мире. То есть это тот жанр, который не поддается, видимо, никакой формулировки, никакой форматизации. То есть нельзя воспитать человека юмориста, если он сам не решил им стать. Научить кого-то стать быть юмористом. Думаете, нельзя? А он, ну, раз нет такой специальности, значит. Ну, если человек дано, у него есть чувство юмора. Ну, нормально, да, такое. Ну, уже можно доразвить как-то. Были там в советские времена, да, писатель каких-то. Сатирист. Ну, сатирик, да, или что-то. Ну, это очень условно все было, потому что, опять же, мы их выпускали каждый год по. По одному потоку, а мы знаем шестерых со всего Советского Союза. Но я имею в виду, что это тоже говорит о том, что это ничего не дает совершенно. Да и не надо столько юмористов, чтобы их прям учить. Пусть сами учатся. Набивают шишки, да. И чем больше у них шишек, тем они смешнее. Так, кто спрашивает, известно, что ваше увлечение хоккеем, вообще откуда оно взялось? Когда-то играли или нет? Не, ну я просто жил в. На той территории, где зима наступала достаточно рано, у нас уже осенние каникулы, там 7 ноября уже стоял лед на всех озерах, и даже с завода приезжала машина такая с бочкой воды. Расчищали площадку во дворе, заливали это все. То есть можно было. В прямом доступе лед был полгода из года, называется. Ну, вы играете, смотрите. Нет, смотрел всегда, смотрел, очень любил смотреть. Всегда еще с СССРовских времен. Тогда хоккей всегда был на высоте, скажем так, на, там, советский, да. Потом долгое время показывал в России, сборную России, она и до сих пор в топе находится, и мне реально очень нравится, как они играют. Очень интересный стиль, который, ну, наблюдать за ними очень интересно. Я и вживую был на матчах, ездили мы как-то на чемпионаты мира, и смотрели, реально очень интересно играют. И особенно когда с какой-то другой сильной командой, там со шведами или с какими-то канадцами, это, ну, это реально это захватывающее зрелище, действительно, скорости и все остальное. Ну, нравится мне этот спорт. В Украине не были? Сейчас чемпионат мира в Украине. Я знаю, у меня были билеты на молодежь, мне не получилось, пока наши с Венгрией играли, мне ребята выиграли, молодцы, их поздравляю, там говорят, что даже травмировали двоих, ну, выиграли, молодцы. Две победы было точно уже, вот, не знаю, так что. Молодежь у нас лучше, чем старшие, пока себя проявила, да. Так что есть какая-то надежда на возрождение. Но то, как относятся к хоккею сегодня в целом, конечно, это очень грустно. Торговые центры играют, больше негде. Ну, не, ну я, мы играем по ночам, да. Катки есть, но их мало. Для такого города их очень мало, и они
по большому счету существует исключительно за счет любителей. Вот таких, как мы, дурачков, которые после работы ночью приезжают, что-то там катаются. Команды, которые могут себе позволить брать каток полностью под свою там, тренировочную базу, у нас их не так много, и количество играющих в чемпионате страны сокращается постоянно. То есть рост какой-то начинался, когда там вот, Донбасс и в КХЛ играл, и все это как-то пошло, и сюда приезжали, интерес пошел к этому всему. Ну, потом, соответственно, из-за всех этих событий в КХЛ у нас уже никто не ездит, а если уезжает, то уже не возвращается. Поэтому возможности нет реализоваться. Государство не дает возможность человеку этой профессии реализоваться на своей территории полноценно. Вот о чем идет разговор. То есть и все хоккеисты, молодые дарования, которые безусловно есть, потому что за свои деньги родители это все организовывают, водят и возят. И я знаю, у нас много, вообще моя команда, вот, в которой я играю, вот этой ночной лиге, она организована из пап тех, у кого дети играют в хоккей. То есть это папы в какой-то момент собрались, говорят, давай с детьми с нашими поиграем. Вышли на лед, половину упали, взяли тренера, начали, чтобы научил ходить хотя бы, а не ездить. Да, и как-то так большинство из них осталось, зацепилось, и вот мы вот, и потом уже меня туда подтянули, потому что там один из квартала парень тоже своего сына на хоккей дал. И цель на самом деле одна получается сегодня, это воспитать. Если у человека получается, то, соответственно, найти ему где-то за рубежом применение, чтобы он там мог учиться, играть и превратиться в профессионал. У нас реализоваться сегодня профессиональному хоккеисту вот на тех условиях, на которых, которые сегодня предоставляются, как по мне, ну, невозможно. И поэтому двойные аплодисменты тем, кто продолжает выступать под флагом и защищать страну, скажем так, не получая ничего взамен. Кто-то еще спрашивает, расскажите о вашей семье, все-таки вы уже начали, чем занимается супруга, будут ли дети юмористами, будут ли еще дети? Будут ли дети юмористами? Да? Ну, по поводу воспитания только что поговорить. Не знаю, но я смотрел, что семья, они тоже... Любой человек, я думаю, ему нравится его семья. Там... Жена занимается, во-первых, она ваш редактор, можно сказать, персональный. Ну, редактор, да. Жена, во-вторых, она является моим концертным директором, поэтому она еще берет на себя очень большой объем работы, который творческие люди пытаются избегать, начиная от организации, заканчивая общение там, с какими-то людьми, организаторами на других местах, каждый из которых пытается там где-то в свою сторону что-то, где-то, ну, все это повернуть. Ну это такое, я говорю, те вещи, которые очень сильно отвлекают от творчества, она вот берет на себя, таким образом защищает меня от траты времени и сил, и эмоций лишних. Дети, ну то, что у нас в семье принято шутить, как бы, и воспринимать юмор как что-то позитивное, и как ценный товар у нас, юмор в семье, и как-то так мы сошлись, в принципе, с женой на почве любви к КВН, там, и к юмору, к чему-то. То есть мы в институте пересеклись именно на факультете, играя в это все. Супруга тоже играла, да? Да, но она помладше чуть, я уже заканчивал институт, она только поступила. Но мы же звездой были. Ну, да, но она... Университетского масштаба. На уровне университета я действительно был звездой, то есть мы отстаивали позиции там и в городе, и в области, и за рубежом даже ездили. Мы же из Стамбула в Киев приехали. Собственно, здесь мы с кварталом познакомились на сцене, играя в разных командах. И вот это как бы тогда еще подружились, и это все переросло в дружбу длиною в жизнь. Вот. И жена, она с самого детства, ее мама смотрела КВН, с первого года начиная. И вот она дочери привела эту всю историю. У нас сегодня тоже дома работает всего два канала круглосуточно. Это либо мультфильмы, если младшая захватила пульт, либо КВН, если пульт захватил кто-то другой. Ну, есть сейчас канал КВН открылся, он кабельный, спутниковый, да, и он идет круглосуточно, там показывают старые игры, и, там каких-то из 80-х годов, и 90-х, и 2000-х, да. И как-то вот так краем глаза все дети все равно этим всем проникаются. Сейчас появилось еще и наших очень много. Старшие с удовольствием на Лигу смеха ходят, когда есть такая возможность. А что еще? Ну и сама шутит. Шутит и старшая, и младшая, видя, как это... Ну, если в семье поощрять что-то, это будет развиваться. Если это
хватит шутить, то, соответственно, ну, это не будет развиваться. У нас это поощряется, мы смеемся, мы радуемся, когда у ребенка получается интересно пошутить. Соответственно, ребенку что нужно? Ну, нужно, чтобы его хвалили. А сколько уже девчонкам лет? 3 и 13. Вот такой. Старшая еще не приходила на смешикомика? Нет, она это сам. Как-то ей предлагали, у нас там была какая-то идея, потому что и у Вовы, и у Жени ходили дети туда, но она что-то как-то сама сказала, ничего. Ее было решение, мы не заставляем. Она какой-то в школе проект делала творческий, поэтому она окунулась туда в этот день. Вам бы вот хотелось выступить в основном составе, может быть, вечернего квартала, как актеры, может быть, кого бы, может, политиков собирать? Меня абсолютно устраивает моя позиция в вечернем квартале, и то, что она у меня появилась, это, скажем так, и мои, в том числе, результат моих каких-то попыток и направлений. Нет, я себя, ну, мы поначалу, когда кварталом только начинали, там все участвовали, авторы, все, нас было не так много, и поэтому вот это все продолжался такой большой КВН, не было того, что там пятеро актеров, а остальные авторы. То есть как-то все вот все в перемешку. Я какие-то роли там играл, и даже не, скажем так, не второстепенно, а какие-то главные роли. Но мне это не очень интересно, мне гораздо интереснее выходить самому и вот все. Я... Писать, создавать и транслировать. Да, вот весь путь проделывать от начала до конца свой. Мне так интереснее намного. И в этом плане, в этом случае мне не нужно всеми аплодисментами ни с кем делиться. Я сам могу купаться в лучах славы и наслаждаться результатом. В кино хотелось бы сниматься, такие вот амбиции есть, вот, все-таки кварталы снимают много. Да, ну попробовать, наверное, хотелось бы, но опять же это должна быть не то, что там дайте мне что-нибудь, да, это, наверное, все-таки это какая-то роль, которая должна быть все-таки написана под меня, тогда да, а так сыграю там какого-нибудь таксиста где-то. Автор вопроса пишет, что мне кажется, Житков был бы хорошим Шерлоком Холмсом. Вам как эта роль? Или вы же ее не играли? Может, по типажу? Да, не, ну я даже пытался на сцене ее играть. Ну, на самом деле, да, такая манера, глядя на Камбербэтча, да, хочется. Но я думаю, любой мужчина творческий захотел бы сыграть что-то подобное. Конечно, он сыграл ее гениально, действительно. И придал этой всей, как это, Конан Дойльщине новый виток популярности. Я вот недавно какой-то марафон был в каком-то канале из Шерлоков. Это уже залип часа на 4, наверное, пока не 2 часа ночи я сидел и смотрел одну за другой серии, хотя я их уже смотрел. Шерлок, вот этот новый, да? Да, британский, который. Ну, очень классно сняли, конечно, ничего не скажешь. Сыграно здорово. Я не знаю, я бы, наверное, хотел себя попробовать в кино, но я, опять же, такой человек, который оценивает свои возможности, наверное, ниже, чем они есть на самом деле, поэтому я так осторожно отношусь. Если бы я очень этого хотел, я бы уже где-то снялся. Потому что возможности-то, в принципе, были. Можно было где-то под дверью ночевать режиссеров там, или кого-то еще. И, тем более, что они живут недалеко, и я знаю их адреса. Вот. Но, видимо, раз так я не настаивал на этом, мне оно пока и хоккейные маски опять не очень хочется. Хоккейные маски, да, где-то посидели, да, там напугать кого-то. А «Слугу народа» не звали вас? Я в «Слуге народа» снимался в первой части, но я там играл сам себя. Я играл там в одном эпизоде, я был ведущим «Чисто Ньюс», где я чехвостил Голобородько там за его какие-то реформы. А второй раз я где-то там выступал со стендапом в каком-то клубе, якобы, и там примерно та же самая история была. Ну, я как-то не ощутил это съемку. Камео, да? Роль камео. Сам себя, да? Ну, да. Поэтому я не ощутил это. Уровень звезды, когда играешь. Тем более, что это снималось реально на площадках, там, где мы в это время снимали какие-то другие проекты, чтобы не собирать отдельные залы. Поэтому для меня ничего в жизни не поменялось совершенно. Я просто отошел в другой угол, рассказал какой-то текст в своей манере, и это все потом вошло в фильм. Кстати, вот еще вопрос тут приходил. Вы выглядите очень спокойным, флегматичным человеком. Что может вывести вас из себя? Часто ли такое бывает, когда вас выводят? Ну, я, наверное, просто сам человек не сильно эмоциональный, даже когда меня что-то выводит из себя, я себя веду спокойнее, чем некоторые спокойные люди. Все внутри, да, держите? Да, я как-то это все очень много... Мне очень не люблю, когда меня пытаются обмануть, вот это, наверное, больше всего меня выводит из себя, и действительно, когда вот люди пытаются обмануть, и... причем есть такие люди, которые понимают, что у них не получается, но они все равно продолжают. Вот эти люди, конечно, отдельный от них разговор. Но я настолько привык все эмоции свои перенаправлять в сторону создания юмора,
Ну, вот особенно, когда с Good Night Show я с этим столкнулся, что нужно писать о тех вещах, которые тебя действительно волнуют. Иначе у тебя ничего не получится. И даже вот такие эмоции, которые тебя кто-то раздражает или что-то еще, я это очень жадно за это цепляюсь, потому что раз оно меня затронуло, значит, в этом есть что-то. И берешь, начинаешь это раскладывать, из этого, как правило, получается что-то интересное, и выясняется, что не только тебя это раздражает, а когда ты в зале находишь единомышленников, которые слышат это от тебя, до этого они не слышали, держали это все в себе, а тут хоп, еще кто-то, это все уже сформулировано, это вызывает, конечно, ответную очень хорошую реакцию. Поэтому такие вещи я стараюсь как-то не разбрасываться ими. Спасибо, все, я вас понял. Вы меня решили пораздражать, спасибо, я приму это к сведению, я обязательно как-то использую. Да. Как понять, что вот вы психуете? У жены есть, наверное, какие-то фишки, она отвала, может, по поведению, по каким-то... Да нет, если замолчал, значит, что-то не так. Если долго молчите, значит, что-то не так. Да, у меня такой, один способ какой-то, да, высказывания своего недовольства, это молчание. Ну, значит, будем надеяться, чтобы вы побольше говорили, почаще. Будем стараться, да. Вы выступали, я думаю, подходит к концу. Надо... Да, спасибо. Завершающее слово, те, кто смотрит. Всем, кто смотрит, спасибо, что посмотрели. Опять сумбур, каша и все остальное в разговоре, да, но более сформулировано, более четко все в пятницу, в 22:22, на 1+1, Good Night Show, первый выпуск «Выключайте телевизор», он называется. Вторая программа будет о сексе, если что. Там вообще все будет интересно. Все, спасибо всем, спасибо вам большое, спасибо комсомолке. Уже в Бурно, ну. Приютили, да. Да. Ну, просто такой формат, что вопросы от читателя мы записали, как-то пытались структурировать, но они.